На стадионе «Локомотив» провели большой фестиваль «День футбольного единства». Участниками спортивного праздника стали 13 команд из Иваново и Тейково. В течение 2 дней прошло 4 турнира в разных возрастных группах от 6 до 16 лет. Проводится он, на самом деле, с простой целью, чтобы ребята смогли поиграть в футбол, чтобы они смогли насладиться этой игрой, и чтобы это было не просто так на улице где-то, а присутствовал определенный спортивный соревновательный принцип. Это один из фестивалей, где главное все же не победа, а участие. Задача – поддержать интерес ребят к спорту и здоровому образу жизни. В общем, работаем над развитием ребят, работаем над тем, чтобы им было интересно заниматься футболом. Работаем также над тем, чтобы пополнять школу текстильщика интересными, талантливыми ребятами, новыми кадрами для иванского футбола, как бы тоже одна из наших задач. Работать совместно, в связке, в партнерстве и помогать друг другу. Соответственно, мы с радостью откликнулись на приглашение как раз спортивной школы «Текстильщик». Отличная база, отличный праздник для детей. По мнению организаторов, важно, чтобы дети провели каникулы не только весело, но и с пользой. Все участники получат дипломы, а победители – заслуженные кубки. Мне нравится пинать мячи, играть в футбол, обводить всех, забивать голы. Мне нравится футбол. Я играю хорошо, меня тренер хвалит. Я постоянно пытаюсь играть в футбол. Даже если идет дождь на улице, то я пытаюсь поиграть со своими друзьями. Для спортивной школы «Текстильщик» подобный фестиваль – отличная возможность отобрать сильнейших спортсменов и дать им возможность заниматься футболом на более высоком уровне. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.